Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем делать с вами вот такую вот красивую, объемную снежинку. А перед началом просмотра подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Поехали! Для того, чтобы сделать нам вот эту вот снежинку, нам потребуется лист белый формата А4, ножницы, карандаш, клей, линейка и, соответственно, у меня вот двухсторонняя цветная бумага, чтобы выбрать цвет, какой вам по душе. Приступим. Для начала мы возьмем линейку, лист и карандаш. Отмерим на листе 20 сантиметров. И с другой стороны также. Прочерчим линию. Можно сразу отрезать этот ненужный нам кусок. Теперь мы возьмем снова линейку и карандаш. Нам нужно сделать 10 полосок по 1,5 сантиметра каждую. Размечаем. И с другой стороны также. Теперь мы соединяем. Вот мы с вами нарисовали. Теперь мы берем ножницы и вырезаем полоски. Ну вот, мы нарезали 10 полосочек. Теперь нам нужно взять, согнуть вот так вот. Взять линейку и примерно 7 сантиметров сделать вот такую насечку. И вот так вот разрезать, чтобы получилось вот на 2-3 части. С двух сторон сразу. Я вам покажу, как делать это с одной. Все остальное нужно будет проделать с остальными полосками. Мы берем клей и клеим, соединяем одну сторону с другой, вот таким макаром. Одну приклеили, теперь продеваем вторую полоску под низ, мажем и приклеиваем чуть-чуть, чтобы осталось расстояние. Теперь делаем с другой стороны эту же полосочку. Вот так будем приклеивать. Также мажем кончик. И приклеиваем. Это как бы в шахматном порядке нужно сделать, чтобы вид у нас был, как будто это шахматная доска.
последнюю продеваем. Вот такой вот лепесточек должен получиться. Это нужно сделать со всеми белыми и также потом из цветной бумаги по схеме первого белого листа. Ну вот, друзья, мы с вами сделали из белой 10 полосок таких и из цветной бумаги. Я выбрала вот такой фиолетовый цвет. Теперь нам нужно сделать пятилистник. Мы берем клей, берем наши заготовки листочков, смазываем и склеим вот таким образом. Вот такой вот пятилистник у нас получился. Нужно также склеить с оставшимися листочками вот по таким пятилистникам, чтобы их было 4. Ну вот, мы склеили с вами 4 пятилистника. Теперь нам надо склеить вот так вот две части. Мы мажем кончики. Я намажу все, чтобы было побыстрее. Теперь склеиваем. Вот, мы склеили с вами. Теперь мы берем цветной пятилистик, ложим его вот так вот. Сверху мы ложим нашу вот эту заготовку. И сверху будем клеить вот так, соединять вот так вот уголки. Также надо намазать клеем и зажать. Уголочки поджимаем. Ну вот и все.
Вот такая вот красивая объемная снежинка. Благодарю вас за просмотр!